Живе Беларусь! Слава белорусскому народу, который борется против диктатора Лукашенко. И вот 31 октября от стадиона «Строитель» футбольная команда и ее болельщики будут ехать в Минск для того, чтобы поддержать и сыграть против минских горожан футбольный матч. Автобус будет отправляться от стадиона «Строитель», как я сказал, в 11:00. Все те, кто пожелает, могут присоединиться к этому автобусу. Проезд и вход на стадион бесплатные. Так что, кто хочет, тот может свободно поддержать команду «Шахтер». Нас будут радовать эти футболисты. И хотел бы пожелать им победы в этом матче, чтобы они прославили Беларусь Калий. Это предприятие, которое известно во всем мире. Слава Беларуси! Живи Беларусь!